Евро-доллару пока не удалось оправиться от разгромного падения, которое пара перенесла в конце прошлой недели. Неожиданный откат от почти достигнутого важнейшего психологического уровня 1.40, потери двух ключевых уровней поддержки 1.39 и 1.38 изменили настрой рынка. На вчерашних торгах наблюдалась практически нулевая активность. Быки притихли, и курс пары в течение всего дня не выходил за пределы 25-пунктового диапазона. Пустой экономический календарь также не давал игрокам возможность определиться с перспективами дальнейшего движения. К тому же, вчерашние заявления заместителя председателя Европейского центрального банка Виктора Констанцио и члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Навотны четко дали понять участникам рынка, что европейский регулятор ЕЦБ может ввести в июне месяце целый комплекс стимулирующих мер вместо единственного снижения ставки. Все это продолжает усиливать давление на позиции единой европейской валюты, вынуждая игроков фиксировать прибыль и закрывать ранее открытые сделки на покупку единой валюты. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение бокового движения пары в диапазоне 1.3760-1.3773. Далее ожидаем возобновления снижения единой валюты к целевым уровням 1.3725 и 1.37. А затем новый откат и подъем пары в ценовую зону 1.3831-1.3840. Отсюда, по всей вероятности, евро вновь начнет формировать снижение пары.